штаб-квартира Международного террористического комитета. Руководством организации ставится задача о развале ОАО «Федеральная пассажирская компания». Их основная сила – кадры. Чем они будут непрофессиональнее, тем быстрее мы достигнем поставленной цели. Для этого надо дискредитировать лучшие кадры. Это Артем и Светлана. Жизнерадостные, позитивные ребята. Каждый из них ответственный работник, уравновешенный, сохраняя спокойствие в любой ситуации. Дисциплинированные, исполнительные, высоко квалифицированные специалисты. Уверенные, профкомпетентны. Они любят путешествовать и без дороги своей жизни не представляют. Предпочитают активный отдых, прогулки на свежем воздухе, бег и плавание, занятия физкультурой. Обладают фотографической памятью. Прекрасно ориентируются в сложных условиях. Статус опасный. Исходя из полученной информации, миссия развала ОАО «Федеральная пассажирская компания» невыполнима. Переключаемся на развал «Газпрома».